Давай, чё ты зажал? 90 килограмм, третий подход. Я надеюсь, что сейчас один будет у нас. Это наш новый влог. Отправляемся на Масленицу. Сейчас еще идем за двумя мешками и полной бандой пойдем уже на Масленицу. Смотрите нас до конца. Ищем братву. Девочки. Всех с днем весны. Мы отправляемся сейчас в адреналин, в качалку с братаном. Будем качать грудак. И все вам покажем. Вот заходим в наш адреналин. Сейчас будем качаться. Тащите грудак. Вот. Вот это место, где рождаются качки. Такие как братан мой. Где бы взять мне бабу? Качок. Когда никого нету, и мы переодеваемся и встретимся уже в зале. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран! А мы уже пришли в адреналин качаться. Эх, бляха медный. А я не испугался. Да я тебя тряхиваю. А вот что будет сегодня гореть. Тут на время провели. Больница В общем, первая тяга верхним блоком, 20 раз разминочная, и потом по 15 с весом. Четвертый подход, 45 килограмм. Я проснулся. Я тебя люблю. Мы? Вот так вот. Вот так вот. Да, сейчас у нас жим лежа. We'll be right back.
20. 90 килограмм, третий подход. Браво! 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 Иванцов Владимир! 27 подтягиваний! Иванцов! Молодцы, ребята! 1 или 2? 2, 2, оба. А что будет? Весь секрет в том, что метаем сразу одновременно два валенка. И по ближнему валенку определяем результат. В общем, сделали жим лежа. А потом еще сделали жим в верхнем блоке. Сейчас идем на скамью. Качать опять верхние, вот эти вот места. Вот мы перебрались на скамью. Сейчас будем опять делать сначала с разминочными. Так, теперь рабочий вес. Какой рабочий? Раз 10 с рабочим весом, как минимум, надо тащить. We got to go. We got to go. Заразию пытаются покорить. Но я тут группу поддержки, я надеюсь, что этому парню это поможет. Мы уже приз в зоне досягаемости. Смотрим, пылесос, друзья. Есть у нас достаточно. Давай, Лех, у тебя футбол в кармане. Аплодисменты у нас, друзья мои. Я надеюсь, что сейчас один будет у нас. Стали притихать, я понимаю, много неудач, но этих ребят нужно поддерживать. Давай, Лёх. Владик, давай. Давай, давай. 20 минут. 20 минут. У нас много попыток. Этого парня я знаю. Я с ним знакомиться не буду. Зовут его Влад, друзья мои. Давайте поаплодируем и ему, который сейчас тоже попытается залезть. И что-то выиграть для себя, для семьи. В конце концов, ради своего самолюбия. Давайте поаплодируем все вместе. Погромче! Давай, 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 Влад. Одежда? Дайте в даму, что, обувь? У нас идет кроссовер. Раз, шесть, семь, 11, 12, 13, 14, 15, 55, 30, 40, 35, 20 жми, молодец! Те, кто не понял, мы первое делали тягу в верхнем блоке. Это подходов 6. Первый разминочный 20 раз и постепенно увеличивали меньше раз. Второе мы делали русский жим, то есть жим лежа.
сделали первый разминочный тоже 20 раз, и так увеличивали 10 килограмм. А потом у нас поменьше, поменьше, поменьше и больше раз. Потом у нас после жимолёжа была от скамьи. Да, на каком положении где-то под углом 45 градусов делали жимолёжа. Сначала тоже с разминочной начали 20 раз по 20 раз. И потом увеличивали. Но уже не уменьшает. Я потом начал на истории, мы делали две кругоки. Так опускали, чтобы забивались вот эти вот мышцы. И также в нижнем блоке поднимали, чтобы забивались верхние мышцы грудака. Также мы делали сначала с маленьким, прямоньким весом 20 раз, потом увеличивали на 6 килограмм, на 6 килограмм и сделали 15 раз. И так где-то подхода 5-9 дней у нас была уже пулловер. Мы растягивали свой грудак после тренировки, то есть вели его вот так. Раз 15-20, 16 килограммовых гантелей было достаточно. А сейчас мы разомнем грудак опять, только уже на турникет. Мы чуть-чуть поподтягиваемся для себя. А всего мы делали подходом примерно 5 раз. Вот. Стали такими качками. Арня, я с тобой, Арня, давай пей.